Всем привет, с вами Gabzor.com. Сегодня на тестах у нас недорогая мембранная игровая клавиатура Sven KBG8500. Клавиатура стоит плюс-минус 1390, в ряде магазинов можно найти даже еще и дешевле ее. Комплект ее включает руководство пульс или гарантийный талон. Несмотря на то, что это клавиатура с полным набором клавиш, общий габарит у нее компактный за счет узких боковых рамок. Верхняя часть корпуса выполнена из прозрачного материала, с ним подсветка распространяется по всей площади. Он же облегчает визуально всю конструкцию. Основание при этом представляет собой цельный лист металла. Общая жесткость высокая, при надавливании не прогибается. Пильная часть основания с валиком вдоль всей длины. Этот элемент выступает точкой опоры, обеспечивая наклон на рабочей плоскости. Кейкапы выполнены из черного пластика. Они размещены выше плоскости корпуса. Символ нанесен методом лазерной гравировки. Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно. У Sven 8500 многоцветная подсветка. Комбинация нажатой клавиш можно менять уровень яркости подсветки. Есть эффект дыхания. Комбинация клавиш также реализовывается с помощью управления мультимедиа, точнее. Для упрощения поиска дополнительная маркировка нанесена на набор F1 и F12. В верхнем правом углу блок со светодиодными индикаторами, отображающим активные режимы. Enter двурядный Shift полноразмерный. Удлиненные клавиши идут со стабилизацией. Подключается при помощи кабеля, защитной нейлоновой оплеткой. Длина 1,8 метра, место выхода кабеля усилено. В Sven KBG8500 используются мембранные переключатели. Для них заявлен ресурс 50 миллионов кликов. Нажимается бесшумно, для срабатывания нужно полное нажатие. Задержек по передаче сигнала нет, проходит и для игр, и для работы. Давайте посмотрим на уровень шума. На столе клавиатура стоит устойчиво, длинный кабель достаточно для удаленного подключения к системному блоку, для начала работы не требуется установка драйвера. Программное обеспечение для клавиатуры не предусмотрено. Архидок получает недорогую клавиатуру с мембранными переключателями, клавиатура свою стоимость отрабатывает на все 100, станет хорошим выбором при ограниченном бюджете. С удовольствием обсудим эту клавиатуру с вами. Лайк, подписка приветствуется, пока-пока.